Всем привет, дамы и господа. Продолжаем мы. Продолжаем кебаб-симулятор. Тут недавно было какое-то обновление, какой-то патч, посвященный Пасхе. Пасхальным яйцам, пасхальным кроликам. В общем, такой пасхальный ивентик. Если получится, сегодня его посмотрим. Если не получится, и у меня там что-то закрыто, то... продолжим прокачивать, собственно. Так, это не то, вот это. А двери у меня теперь сами не закрываются, ну и ладно. Музыку вообще не слышно. Кстати, насчет музыки. Вот та композиция громкая, которую я включал по радио в прошлой серии, она оказалась с авторскими правами, так что не рекомендую ее включать. Те, кто стримит, те, кто, в общем, имеет монетизацию на канале. Мне, в общем-то, пофигу на нее, на эту монетизацию. Я все равно ничего не получаю, но... о, яички стали крашеные. Но момент неприятный. А музыка, кажется, чуть-чуть стала громче. Ладно, давайте смотреть, давайте начинать. Видимо, все-таки... да, есть пасхальные ивенты. Вот у меня, видите, яички крашеные. Вон там еще одна пачка. Что сегодня будем готовить? Во-первых, банк. Оплатить, оплатить. Так, я хотел посмотреть, что мне надо для третьего гурмана. Это мне надо хот-доги подать, гамбургеры, которые мы так и не готовили, и лимонные шпажки. Лимонные шпажки. Понял. Значит, готовим сосиски, готовим гамбургеры, готовим шпажки. Сейчас я сгоняю в магазин. Кстати, что у меня по продуктам? Надо купить сосисок. Стейк рибай у меня есть. Надо... так, чаша для смешивания у меня есть. Там что-то в кастрюле плавает какое-то тухлятина уже. Ну, вроде нормально. Ну и, соответственно, лимонов у меня, по-моему, было много. Я сгоняю вот сюда. Просто посмотрю, не добавили ли тут шпажек. То мало ли, вдруг все-таки решат эту проблему с шампурами. О, мука тоже стала какая-то. А, не, погоди, это набор украшений, 350. Да, добавился набор украшений, видимо, как раз-таки к ивенту. Я, наверное, знаете что? Я возьму куриного бульона пару штук. Потому что, ну, как второе блюдо, я буду подавать супец, чтобы набивать денежку. Конечно, денег у меня и так, в принципе, достаточное количество. Но мало ли что. Мало ли появится какое-нибудь дорогое что-то, красивое. Я захочу это добавить. Курдюк вроде не сдох. Так, ну давай вот сюда вот ее поставим. Куриная грудка одна. Есть у меня еще куриные грудки? Да, у меня их много, на суп точно хватит. По лимонам. Лимона у меня осталось, видимо, всего 4. Надо докупить. Лук на всякий случай докупить. Помидоры докупить. Понял, помидоры, лук. И картошки у меня нет. Ладно. Помидоры, лук. Картошка, сосиски. Понял. Сейчас все сразу закупим, чтобы уже на это не отвлекаться. И начнем. Я, наверное, этот момент также удалю, если не будет ничего такого. Ничего нового. Так, ну вроде все я тут купил. Даже переложил. Смотрите, купил третий холодильничек. И рассортировал продукты. Вот тут у меня овощи чисто. Здесь у меня мясо. Ну, а здесь такие полуфабрикаты готовые. Странно, что у меня вот в супе плавает чеснок. Вообще в этот суп не идет, по идее, чеснок. Я как-то его уже забрать оттуда не могу. Ну, ладно, допустим. А чё ты там двери открываешь? Чё-то задумала, сбежать хочет, наверное. Знает, что я тут
Что-то задумал нехорошее. И, кстати, пока я вот, кстати, да, купил новый гриль, я думаю... Ну, я не думаю, я надеюсь, что он будет как-то... Может быть, экономичней, может быть, там лучше, не знаю. Посмотрим, проверим. Так, это то? То. Оп, вот так вот мы это сделаем. Все, дверьми хлопает. Я заметил, что появилась микроволновка. Товарищи, это же отлично. Я думаю, в ней может будет разогревать можно вот это вот все, булочки, там пирожки и прочее. Это у нас вот она в печах. Да, используется для разогрева пищи, которую вы хотите подать горячей. Это шикарно. Еще будет шикарно, если она вот бы поставилась вот на эту полку, допустим. Постой пока здесь. И она, похоже, поставится. Так, ты давай пока вот это все. До свидания. Вот это все. Мы, конечно же, аккуратно это уложим сейчас. Так, а вот это мы сейчас сделаем вот так, вот так. Это вот так. И вот сюда вот ее влепим. О! По-моему, идеально. Идеально вошла. Так, это мне обратно поднять. И теперь надо... на бесполезную какую-то полку поставить. Но она не хочет ставиться. Ну, поставлю вот сюда, вот ладно. Так, давай. Берись. Ты ставься. Ну, как-то вроде поставилась. Совершенно неудобно ставить на верхнюю полку. Так же, как и на нижнюю. Но отсюда хотя бы можно это достать. А с нижней, по-моему, вообще без вариантов. Ну... ладно, стоит вроде. Кетчуп, майонез, вот можно на краешек сюда поставить. Дотянусь, я думаю, без всяких там каких-то манипуляций супер жестоких. Ну ладно, пусть стоит. Тут вот тоже есть полка, и как бы да, но она под мой рост не подходит. Так. Ну что же, делаем сегодня гамбургеры. Начнем с них. Это я помню, уже мне понадобится чаша для смешивания, которой у меня нету, да? Так, ну какой-нибудь фарш сейчас выкину. Просто рибай стейк, соль, кусочки курдюка. Сладкий перец чили. По-моему, вот этот фарш мне не нужен. Либо я выкину тесто вообще. Тесто. Вот это мне понадобится, тесто. Это для гамбургера у нас. А мне надо вот как-то извлечь вот ту... миску, которую я не дотягиваюсь. Так, подожди. Хочет достаться почему-то кастрюля. Внезапно. Во. Вот это я выкину. Это кляр вот этот вот. Это сюда идет. И в нем приготовим фаршик. Это мы... как-то ее можно помыть? Или как вообще... а, в урну, точно. Точно, точно. Забываю. Все это выкинули. Тарелочка чистая. Тарелочку ставим. Мне понадобится точно рибай. Его точно порезать. Вот так вот. Раз, два. Это я даже частично помню. Так, мы его отправляем через мясорубку. А тут теперь как-то не очень удобно пользоваться. Ну да ладно. Вроде как можно. Сейчас мы его добавим сразу. Меню. Гамбургер сюда. Возможно, супец тоже поставим. Вот этот вот суп томатный, он у меня остался. Хотя лучше бы было куриный суп. Ну да ладно, добьем. Так, и гамбургер. Смотрим. Так, ну, это тесто у меня есть. Так, нужна будет картошка фри. Картошку я купил. Смешивайте ингредиенты, миксер. Это сделано тесто. Булочка у меня, тесто есть. Перемешать в противень, запечь в духовке. Кстати, я могу сразу наделать булочек и просто их разогревать в микроволновке. Теперь это не проблема. Так, лук. Мясо в мясорубке, кусочек рибай стейка,
чаша для смешивания дольки лука, соль, черный перец. Так, 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 так. Переместить в тарелку булочка. Ага. Фритюр, картошка, кетчуп, майонез. Ну, вроде все понятно. Вроде все понятно. Так, это сразу в мясорубку. Луковичка у меня вот здесь. Лук я тоже купил много. Вот здесь вот его меньше. Возьму отсюда. Лук, по-моему, один. Далее картошка. Это для картофеля фри. Сюда сразу парочку возьму. Картофель, чтоб было наготове. Либо я могу приготовить сразу несколько порций, а потом просто порции разогревать в микроволновке. Блин, это шикарно. Точно, тогда я сделаю три порции. Три порции. Надеюсь, фарша мне хватит. Так, в фарш мне надо добавить кусочки лука. Так, кусочки лука есть туда. Соль и черный перец, по-моему. Да, где у меня... А, вот черный перец. Раз, два, три. Черный перец и соль. Вот такой вот классический фарш получился. И котлеты для гамбургера мы можем делать. Значит, я сейчас показываю, как делаю первую порцию. Остальные я сделаю за кадром. И, собственно, продолжим. На этом. Так, тарелку возьму классическую. Ой, какая она некрасивая-то. Хотя вроде... Мне показалось, она очень высокая, но вроде нормальная. Она ставится в микроволновку? Ставится, отлично. Тогда ее и возьмем. Вот, подготовили. Далее, нам котлеты надо будет выпекать в гриле. Картошечку мы сразу вот так вот для трех порций делаем. Так. Кстати, я в пассивном доходе нашел еще одну новую фишку. Там автомат по продаже игрушек и стоит 10 тысяч. Я думаю, на него и будем копить. Так, для масла вот это вот заливаем. Кетчуп, майонез сразу давим. Вот так вот раз, вот так вот два. Угу. Так, котлета для гамбургера. Так, стоять. Раз котлета. Два котлета. Три котлета. А даже хватит на 4 котлета, да? Используем весь, не будем экономить. Все-таки обуз это такое нехорошее дело, неблагодарное. Зачем оно нам? Мы играем честно. Так, суп я хотел разогреть сейчас. Вот этот чеснок сварится там или что это там плавает, но по виду как чеснок. Нам туда идет петрушечка. Петрушечку сразу сюда. В принципе, суп в микроволновке разогревать незачем. Он и так разогревается неплохо. И в тарелочку мы его вот эту вот покладем. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Оп. Весь суп ушел. Что-то как-то я погорячился на самом деле. Окей, сварю еще. Смесь. Ой-ой-ой. Петрушка-то обваривается. Ну ничего, суп я без проблем готовлю. Все круто, все интересно. Ладно, суп я сделаю за кадром опять же, чтобы не тратить на это время. Это мы сделаем вот так. Это мы сделаем, надеюсь, картошка приготовится вся одновременно. Если не забуду, то потом скажу, как это произошло, одновременно она или не одновременно приготовилась. Можно, может, вот так теперь целую накладывать просто картошки и разогревать пропорционно. А вдруг? Котлетки, это все есть. Это значит, у нас еще раз смотрю меню. Так, выглядит как гамбургер. Картошка, соус, вот этот вот так. Булочка.
Булочка, тесто, нам понадобится вот это. Вот это раз, вот это два, противень сюда. Я думаю, булочки тоже, так стоять, тоже приготовятся одновременно. Я думаю, на два противня их поставим, они большие. Оп, вот так вот раз. Тесто тоже все израсходуем. Вот так вот. У нас уже такая прям как фабрика. Как настоящая пекарня работаем. Так, ну ты ставь. О, вот так. Готов к труду и обороне. Это сюда, чтобы не мешало. Так, да я, похоже, сейчас все сделаю в один момент. Так что... это мы тоже сюда. Раз, это два. Вроде в булку ничего ложить больше не надо. Так. Это мы зажигаем. Котлеты жарятся. Булки жарятся. И суп мы начинаем делать. Видимо, обойдемся без вырезания. 1.17. Ну, будет как-то так. Оп. Котлеты надо переворачивать. Я это помню. Так, помидорку хватай, пока вот сюда ложи. Так, сейчас мы их перевернем. Раз, два, три, четыре. Профессионально. Так, помидор. Это сюда. Это закрываем. Это молоко. Молоко у меня есть. Все. Молоко есть. Хорошо. Так, булки как себя чувствуют? Готовятся. Так, вот это мы снимаем. Снимаем. Не пережариваем. Все, котлетки готовы. Идеальные. И не пропустить тесто. Тесто пока нормально. Я сюда за молоком шел. Молоко, бери молоко. Оп, молоко добавил. Булочки сейчас будут готовы. Раз, два, три, четыре, все. А что-то одна не приготовилась. Во. Чуть-чуть не дошли, пусть доходят в печи. Так, ну и собственно приготовление самого гамбургера. Оно как, оно поместится туда? Или что с этим надо делать? Взять? Или ее надо разрезать? Наверное, надо разрезать. Логично, да? Во. Во. Сам додумался. Нигде не подсматривал. Оп. Вообще, туда бы кусочек помидорки положить. Вот этот салатик. По-моему, вот так вот выглядит, да? Сейчас сравним с фоточкой. А, картошка, картошка. Вот, собственно, даже вырезать ничего не пришлось. Все показал. Все, как оно есть. Как оно проходит. Просто потом, может быть, момент готовки буду вырезать, может быть, не буду. Как вообще пойдет. Так, по-моему, сюда больше ничего не кладется. Масло, молоко, помидоры. Да вроде больше ничего туда и не идет. Картофель фри должно, да, появилось три значка, значит все три готовы. Суп у нас готов, суп выключаем. Все, подаем, а я пока займусь, по-моему... А, фри, точно, фришку надо положить вот так вот, раз, вот так вот, два. И оно уже подостыло, вот сейчас это и будем проверять, смотри. Ставим. Взаимодействие, а это что? А, нет, просто. Окей. Должен, наверное, также появиться значок горячего. Ждем. Ну. Пар вижу. Горячего не вижу. Может, оно как-то это? Вообще выглядит как горячее. Все, подаем. Подать гамбургер. Идеально. Температура идеальная. Печка работает. А ты, картошка фри, почему до сих пор готовишься? Все. Мы научились. Мы научились сделать идеально. Теперь ничто нам не помеха. Пока идут клиенты, я пока сделаю вот из этих котлеток еще заготовки. Вот, беру тарелочку, беру, ставлю.
Еще тарелочку. Еще ставлю. Тарелок у меня полно. На день точно хватит. Работы, конечно, моей барышни прибавится. Многократно. Такой прям уже цех, да? Цех по производству. Раз, два, три. Вот это очень круто сделали, что добавили вот это вот все, вот эту вот микроволновку. В гриле, честно, разницы я не заметил. Но, может быть, что-то да происходит там какая-то. Так, вот первая порция уже готова. Вот все. Можно даже в холодильник поставить. Кстати, мне понадобится еще одна. Это лимон. Путаю лимоны и картошку. Так, это лук. Путаю картошку и лук. Картошка. Мне понадобится еще одна фришка. Я думаю, даже если заморозить до следующего дня, вообще ничего страшного не случится. Ну, перестань. Просто ставим в микроволновку. И делаем красиво. Все получается хорошо. Так, это мы режем. Оп. Оп. Уже суп захомячили. Подожди. Подожди. Сейчас налью супца. Пусть пока разогревается. Тарелочка для супа есть. Так, это мы выключаем. Картошка сильно пережарилась. Я, по-моему, быстро среагировал. Все нормально должно быть. Так, петрушечка. Давай вылазь, а то еще пережаришься. Это сразу вот так вот с краешку. Тебя тоже с краешку. Суп выключается. Суп наливается. 34 нормально. Оп, оп, подать. Идеально, как всегда. Как всегда, идеально. Так, а здесь у нас вот это накрываем. Накрываем. Прям стало очень приятно делать, когда знаешь, что у тебя ничего не остынет. Не надо ждать вот это вот до заказов. А просто берешь и делаешь. Мне, кстати, нужна, видимо, еще какая-то стойка, на которую я буду ставить готовые блюда, чтобы оно там стояло и не мешало мне готовить в процессе. Даже не знаю, так ты... Останься здесь. Ну, куда схватил? Вот пока вот здесь вот расставим. Надеюсь, не испортится, чтобы мухи не обсидели. Вот так вот мы это сделаем. А то мало ли. Неприятно найти в блюде муху. А здесь ей ничего не грозит, еде. В смысле. И мухам тоже. Никто в процессе не пострадал. 8000. Опа. Пасхальное яйцо, давай. А что мне с ним делать? А зачем оно? Взять. Ну, мое яйцо, спасибо. Я вот его поставлю вот пока сюда. Пусть стоит здесь. Так, ты у нас... Все, отправляйся, отправляйся. О, они яйца оставляют. А что это? Может, она их тоже как-то соберет? На, собери. Так, вот так вот. Вот я деньги сейчас возьму. Это мне подарки к Пасхе, спасибо. Я даже пол протру за вас. Так. Что-то там закончилось. У меня сейчас добавим, не проблема, у меня все есть. Что-то пасхальные яйца, как будто она не собирает. Так. Где у меня? Нет. Вот. Берем. Открываем. Ставим. Оп, оп. Включили. Все, пошло дело. Яйца мои, отдайте. Не отдам, это мои трофеи. Я их честно заработал. Это все мое. Так, у меня уже грязно. Это мы выключаем. Горячо, горячо. Подаем. Подать.
идеально, как всегда. Я хорош в этом. Включаем суп. Куда девать яйца? Кто знает, куда их складывать? Зачем они? Или с ними можно что-то сделать, или это она должна их как-то собирать, относить там в инвентарь. Все, иди. Как будто бы он только чай попил. У меня супа нет. Супа сейчас будет. О, пошла движуха, да? Так, петрушечка. Супчик. Оп. Перелил немного. Ну ладно, ничего страшного. Совершенно ничего. Подать. Закрыть. Как будто бы одной уже и не хватает. Не справляется. Очень много посуды грязной остается. Что это? Так, это мы убрали. А чё так грязно-то стало вдруг? Все же было нормально. Деньги мои. А то еще приберет кто-нибудь. Ты иди. А куда тарелка делась? Чё ты там, много еще? Ладно, я за тебя поработаю. Так, ты не это. Слабо едят гамбургеры, на самом деле. Мне казалось, что их должны разбирать очень неплохо. А выходит, как-то и не очень, да? Но зато у меня есть еще на завтра целых два гамбургера. Что это за яйца, блин? Как? Вот это ничего. Режим редактирования. Может, это просто украшения, которые оставляют посетители? Вот как их на полку поставить? Никак. Я не знаю, куда их поставить. Вот они так симпатично светятся. Давай на столе поставлю. Вот так вот, чтобы было красиво. Не знаю, для чего они. Будет такой, как ночник вечерний. Четвертого, извините, нет. Так, теперь мне надо все убрать, это подготовиться к ночевке, так сказать. Это у нас, чтобы не испортилось. Вот как раз у меня будет для этого холодильник. Так, это сюда, это сюда. Оп. По-моему, хорошо. Тут я ничего не забыл, тут я ничего не забыл. Кастрюля у меня пустая. На столе у меня ничего нет. Фритюрница сама очистится. У меня новая фритюрница с самоочисткой. 13 тысяч у нас есть. Все, идем домой, смотрим результаты. Он довольный идет. Ну, ко мне заходил, понятное дело. Ко мне заходил, поэтому довольный. Гамбургер даже одного уровня не набрал, очень мало его разбирали, а вот суп любят, супы знают, что я готовлю хорошо, это мой конек, конек ресторана, поэтому его берут. 6200 подняли, ежедневные расходы 7200, между прочим, я напокупал там целую гору всего, там холодильники и микроволновки, но траты оправданные. И рецепт разблокирован. Куриные крылышки. Вот как раз зачем мне понадобится куриная крылышка. Но пока мы его готовить не будем, потому что так 500 цена не изменилась. Гурманы. Потому что я хочу открыть, возможно, даже в этой серии гурмана. Лимонные шпажки. Ну, хотя вряд ли в этой на самом деле получится. Очень долго. Хот-дог 8. Мне еще до хрена хот-догов подать, еще кучу бургеров. Давай сегодня будем готовить хот-доги. Возможно, ну нет, не получится добить бургеры, но хот-доги, возможно, может быть, даже добьем. А вообще с таким, в принципе, подходом к готовке я вполне себе могу поставить третью раздачу. Это во-первых. Во-вторых, я сходу... Сейчас свет включу. Смотри, как красиво светится, а? Класс. Во-вторых, я сразу же за десятку покупаю. Покупаю что? Покупаю. Мне надо будет еще тесто готовить, на самом деле. Да ладно, отобьем деньги. Отобьем, не проблема. Строительный.
Вот. Вот. Автомат с игрушками за 10 тысяч, но я думаю, он будет... Нифига себе, я думал, я в какую-то Нарнию провалился. Я думаю, он мне будет приносить неплохой доход. Только вот куда его поставить, я пока теряюсь. Я бы его поставил вот сюда, но тут вешалка у меня. Вот на самом деле... Дополнительный доход. Приобретите не менее 5 торговых автоматов. Так, все. Это нам не надо. Берем молоток. И очень коряво стало на самом деле переноситься вот это дело. Как-то прям я даже не знаю. Но переносится и ладно. Вот торговый вот этот автомат я вот сюда к вешалкам поставлю, чтобы было такое некое разделение пищевой продукции и не пищевой. Тут сразу взяли еду, хоп, попить и за стол. А потом такие поели, ну давай еще игрушечку для развлечения возьмем. И такие, о, тут жвачка есть, хоп, и все, довольны, ушли. Вот такой вот у меня коварный план. Здесь у нас тарелки все. Ага, понял. Иди-ка помой. Тут еще. И вот эту. Я надеюсь, подойти сможешь. Не помешает. Не помешает. Вообще беспрекословная девица. Все делает идеально, хорошо, замечательно. Так. Сегодня меню. Мы готовим опять-таки бургеры. Потому что они у меня есть. И хот-доги, потому что мне они надо... Потому что мне не надо. Мне надо открывать гурмана. Я это прям хочу сделать. Картошки. Вот картошки у меня мало. Я, наверное, нарежу сразу 3. Все, что есть. Не думаю, что больше у меня прям таки будет. Покупать вот эти хот-доги. Так. На хот-доги мне нужны 3 сосиски. Это мы сразу кладем на... Вот этот вот мангальчик. 3 сосисочки, колбасочки. Я еще, кстати, печень купил. Просто пусть будет, возможно, пригодится. Печень, так. 3 колбаски, 3 картошки. Сразу их это порежу. Мне нужно... Так, положи обратно. Тесто надо готовить. Надо готовить тесто. Сейчас я это все сделаю. Быстренько. Так, это сюда, это сюда. Это раз, это вот так вот раз. Это два. Картошку сразу во фритюрницу. Кстати, можно наготовить 1 000 000 картошки. Даже еще будет купить холодильник, чтобы туда складывать вот такие вот уже готовые продукты, как там картошка фри. Сразу надел 1 000 000 000, и они у тебя там лежат, просто берешь, разогреваешь, все готово. Почему нет? Почему нет? Тоже весьма практично, особенно когда ресторан уже разрастется, будет большой. Там будет по 10-12 блюд, к примеру, у тебя стоять на вот этой вот подаче. Просто разогрел, взял такой хоп-хоп-хоп, и все готово. Никаких проблем. Вспоминаем, как готовится тесто. Так, тесто, тесто, тесто. А, мне еще сосиски надо посолить, поперчить. Так, во-первых, что там надо? Так, так, сладкий перец чили, черный перец. Все, понял. Мука, дрожжи, 3 яйца, масло. А масла-то, по-моему, у меня и нету, да? Сейчас будет. Все, я все подготовил, все купил. Решил немножечко сэкономить на времени. И вырезать это лишнее, которое уже 10 раз видели. У меня большие планы, я хочу приготовить много всего. Вот этим и будем заниматься. Это мы в миксер ставим, его мы включаем. Пока там тесто, солим, перчим. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Оп. И черный перец тоже сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. И соответственно
сюда тоже 3. Это готово, это готово, это готово. Здесь мне нужна... Так, мне здесь нужна изменить продукт. О, хлеб округлой формы. Что-то новенькое. Но нам нужна булочка. Вот это хот-дожные. Может, даже влезет на один противень. Они вроде маленькие. Так, раз булочка, ну да. Два. А я сделаю сразу 4 на все тесто. Почему нет? Она не пропадет, она не испортится. Это сюда, это сюда, это сюда. Картошка у нас подготовлена, пусть готовится. Это у нас готово, пусть готовится. Это у нас есть, все готово, пусть готовится. Яйца на место, чтобы не портились. Так вот, так, так, так. Что это? Колбаска, колбаска. А, это колбаски начинают жариться. А это ты что не жаришься? О. Бывает иногда такое, что они немножечко не... Так, картошка готова. Оп. Колбаски. Колбаски не надо переворачивать. Хорошо. Я думаю, они раньше дойдут булок. Вот это первое будет у нас. Как раз... Два. И вот это последнее. 3. Картошка у нас до сих пор тут тлеет. Так, что по булкам? Почти готово. 1, 2, 3, 4. Все. Какие-то вы бледные. Может, вы чуть-чуть дойдете его? Вот так вот красивше, по-моему. Когда вот не бледно, а симпатично. Давай на квадратную в этот раз. В принципе, вот раз тарелка. Два тарелка. Сразу опять-таки серийное производство запускаем. По картошке сюда. Раз. Сюда. И сюда. Это на место. Как оно там выглядит? По-моему, кетчуп-майонез тоже идет. Да, идет. Кетчуп-майонез, сосиска, сарделька. Картофель фри. И второе блюдо у нас гамбургер. Кстати, возможно, стоит приготовить третий. А может и нет. Может и не стоит. Подам сколько есть. То есть 2. А разберут, не разберут. Посмотрим. Так, сюда у нас идет сосиска. Сюда сосиска. И сюда сосиска. Можно, кстати, сделать третью сосиску. Раз уж гриль у меня все равно работает. Пусть жарится. Как раз на третий бургер будет. Или как там это? Не бургер, а хот-дог. Вот так вот. Вот так, чтобы симпатично это выглядело. Очень важно, когда еда выглядит красиво. Гораздо приятнее ее есть. И это скажет любой повар. Это мы сюда. Это мы сюда. Так, как там сосиска? По-моему, готова, да? Да, готова. Это мы сюда, пусть пока вот здесь полежит. Так, ну и кетчуп-майонез. По-моему, у меня там его оставалось немного. Но у меня есть еще бутылки. Ну нет, на эту хватило. И вот сюда вот кетчуп. Раз. Сюда. Ну вот здесь рядышком. Все. А, так я не включил микроволновку. Пусть греется. Это мы опять-таки пока убираем. Вот сюда. Вот сюда. Это мы достаем из холодильника, чтобы было под рукой. Вроде как отсюда мне поудобнее брать. Как-то побыстрее, мне кажется. Хот-дог пока вот сюда вот я положу. Нет, к полуфабрикатам. Вот сюда. Ты, наверное, уже за это. Тазик. Тазик не нагретый, тазик. Хот-дог, да? Нет,
гамбургер подать. Температура идеальная, все шикарно. Дальше у нас идет вот такая хот-дошка. Давай греть. И чуть-чуть подождать. Можно, наверное, открываться уже. Сейчас будут идти гости. В принципе, в течение дня можно будет заниматься как раз-таки готовкой. Так, наверное, уже погрелось. Допустим, для готовки на следующий день. Если есть какое-то определенное меню. Есть какие-то планы. Все опять отлично. Так вот, пока идут, ты готовишь, на следующий день убрал в холодильник, потом на следующий день пришел, просто это разогрел, подал, открылся. Я хочу посмотреть, сколько мне даст вот эта вот штука, она стоит дорого, наверное, и даст, соответственно, достаточно много денег. Главное, чтоб брали. Может, я зря сюда поставил яйца и как бы... Сальное яйцо. Зачем оно? Может, их как-то сварить можно? Так, ты все иди, я вам помогу, мадам. Мадам не справляется. Что-то у меня за 500 бачей. Ой, это тарелка чистая. Тарелку мы забираем. Сюда. Давай на этот стол переставлю. Вот так вот. Ты вот сегодня без яйца будешь. Ты иди. Так, тебе на. Видимо, она яйца не собирает. Зачем они? Непонятно. Так, ты иди. Отдай. О, яичко появилось. Хорошо. Значит, они появляются. Отлично. Это я сам. Ты пока мой посуду. Вот это вот все. Так, а, у меня кончились бургеры. Бургеры. Вот здесь у меня бургеры. Это мы вот так вот. Раз, два, три. И это у меня тоже кончилось. Сразу. Сразу готовим. Наверное, бургеров мне на весь день-то и не хватит. На это мне готовить новый фарш. Это мне... Тесто нет. Что продастся, то продастся. Что не продастся, то значит не сегодня. Надо все-таки в среднем по три блюда готовить. Так, это у нас бургер. Угу. Но дело в том, что третьего блюда для моего количества посетителей там буквально максимум одно возьмут, одну порцию. И на этом как бы все. Вот ждет хот-дог, мужичок. Сейчас, подожди, сейчас у меня микроволновка новая, греет хорошо, быстро. Так, все горячее, все с пылу с жару. Все, бери. Шикарно, 99, 100. Не, с микроволновкой прям кайф стало, вот намного лучше. Так, что у меня там ты? Работаешь, нет? Давай, работай. Так, у тебя яичко я забираю, вот дамам тоже надо. Украшение стола в преддверии праздника. Чтобы у всех было радостное праздничное настроение. Вы можете идти. Так, ты можешь идти. Денежку. Все-таки, наверное, чем быстрее они уходят, тем... В смысле, кто бросил? Вон, за игрушками стояла, я видел. О, Мишку выиграла. Да, чем быстрее они уходят, тем быстрее приходят новые, соответственно, тем больше клиентов я могу за день обслужить. А я могу яйцо выбросить? Могу, но не буду. Они мне нравятся, они симпатичные. Вот на этот стол поставлю два. Если придут двое, чтобы у каждого было по яйцу. Может, их действительно варить надо и как-то подавать как что-то такое? Что-то такое особенное блюдо какое-то. Я попробую. У меня есть кастрюля. Всем все нравится. И что-то у меня кончилось. У меня кончился хот-дог. Хорошо, хот-доги у меня есть. Это мы берем и ставим. Разогреваться очень удобно. Прям не устану это повторять, насколько это удобно.
Просто с утра готовишь. И как бы все. Тут еще целых две порции осталось. Ну да, гамбургеры берут как-то не очень. Поэтому, в принципе, двух тарелок на день достаточно подать. Все опять отлично. И хот-доги разберут прямо сейчас, наверное. Вот уже осталось две порции. Так, ты уходи. Ты уходи. Яйцо мне не забудь оставить. Оп. Сейчас посмотрим, сколько мы за сегодня наторговали. Сколько мне останется. Ой, еще мишку забрал. А неплохо, слушай. 6 человек забрали. 4, вот. А, чаев много набрали. Да я вообще сегодня обогачусь. Наверное. Так. 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 480 стоит так хорошо. Все, иди. Может, еще кто придет. Вон опять за мишкой пошел. Но нет, сегодня уже вряд ли кто-то придет. Ты иди. Ты отдай. Я не знаю, будут ли портиться мои яйца. У них вроде есть показатель температуры. Но я их оставлю на столе. Если испортится, ну тогда и проверим. Вон какая очередь идет. Все довольны. Красота. Ну ладно, помою девчушке тарелку одну. Так и быть. 12-13. Холодильничек-то мой резко опустел. Здесь у меня ничего не осталось. Это у меня противень. Ну, закрывайся. Здесь у меня тарелки есть овальные. Вот я тебе одну овальную туда положу. Это я купил или достал. Где я их взял вообще, эти овальные тарелки? Я не помню. Все, все чисто, все прекрасно. А нет, надо блюда вот эти убрать, чтобы она их тоже сразу же помыла. Не добрали по чуть-чуть, но в принципе ничего страшного. Меня это не пугает. Следующий день придется готовить. Ой, это чистая тарелка. Ну, пусти. Это ее даже вот сюда поставлю. Она ее запихала, да? Ну да. Все, идемте скорее смотреть результаты. И начинать следующий день. Он обещает быть сложным. Попробуем в 3 блюда готовить. Наконец-то гамбургер дошел. Хот-дог супер выгодный. 560 порции. Так, пропустить. 8000 сегодня поднял. Практически полностью окупил аппарат вот этот. Автоматический заработок 2. Ну, в принципе, неплохо, но могло быть и лучше. Я, честно говоря, думал, что будет в районе 3, а то и 4. Все-таки 10 стоит аппарат, а не вот это вот, не 3000. А я и за 2 вот это вот я из чаев получал как бы. Да. Новый день. Это у меня разблокированный рецепт. Но я пока его опять же не буду делать. Я его сейчас открою, просто покажу, что туда идет. И яички не украли. Яички не испортились. Может, это декорация какая-то. Так, банк, оплата, оплата. Смотрим рецепт, где он там у меня. Так, это вот это. Вот он, разблокировать. Жареное куриное крылышко. Закрыть. Так, и дайте на него взглянуть. Так, 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 так. Вот оно. Перец, лук, картошка, масло подсолнечное. Да, в общем-то, все очень легко в фритюре жарить. Фритюр у меня такой же, да? Да. Да-да-да. Черный перец, все дела. Только, по-моему, перца тогда не ложил, а может быть и ложил. Не помню. Но это мы отложим на потом, эти крылышки. Нам надо правильно добивать вот эти вот гамбургеры. Это гурманы.
Буквально парочку хот-догов осталось подать, гамбургеры, и я думаю начать продавать лимонные шпажки. Сейчас, значит, что? Я сейчас все закуплю, что мне необходимо. Приготовлю заготовки на гамбургеры и на вот эти вот фрикадельки. А потом мы вместе приготовим лимонные шпажки. Все, я пошел готовить. Я тут пока занимался готовкой. Смотри, какая ко мне очередь выстроилась. Ко мне уже очереди ходят. Ладно, я продолжу закупаться. И посмотрим, разойдутся ли они. Потому что закупаться мне долго. Все, продолжаем. Так, все. Я все подготовил. Сделал гамбургер, сделал хот-дог. Но вот этот хот-дог у меня получился не очень. Я забыл его поперчить. И вот здесь у меня заготовочки. Одна, вторая. Квадратные тарелки прекрасно помещаются. Лучше, чем круглые. И удобнее. Так, все никак не могу нарадоваться своей микроволновке. И знаете что? Есть проблемка. Придется готовить шашлык из печени, потому что на лимонные вот эти вот кусочки у меня что? Почему я их... Я уже забыл, почему я их не могу готовить. Потому что у меня не открыт рецепт этих лимонных кусочков. Вот они, лимонные шпажки. Надеюсь, что если я приготовлю еще новое блюдо, вот, к примеру, вот это новое, я его не готовил ни разу, то у меня откроется. Возможно, придется готовить вот какое-то из этих. Либо крылья, либо печенюхи. А может быть и все. Сейчас это увидим, сейчас это посмотрим. Вроде как я глянул, готовится абсолютно несложно. Все продукты у меня есть. Это берем печень. Наверное, сразу два. А может быть сразу и три. Да. Не, давай пока два. Курдюк. Курдюк тоже на него идет. Так, это раз, это два. Курдюк у меня лежит уже очень давно. Ему уже хочется куда-нибудь воткнуться. Сейчас это мы будем делать. Так, ну а да, тмин и сладкий перец чили. Так, почему-то вот курдюк... А, вот, нет. А курдюк больше не выпал. Вот это вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Сладкий перец чили есть. А может, надо его на доску переложить? Не, смотри, курдюк убрали, вот это соление перчение. Наверное, и правильно сделали, чтобы не путать честных поваров, что надо солить, а что перчить. Так, это мы режем на кусочки, это мы тоже режем на кусочки. Это у нас будет, наверное, две шпажки, правильно я думаю? По-моему, да. Берем шампур, надеваем. Курдюк, печень. Так, пока полежи здесь. Следующий сразу же. Наверное, я все-таки сделаю три. Три я все-таки сделаю. Как-то выглядит маловато и очень неэкономно. А то как-то, ну, даже не знаю. Так, опять-таки. А я тмин посыпал? Нет, не посыпал. Ну что ж ты будешь делать? А если на каждый кусочек мята, тмин? Вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Как-то не очень экономно вышло. Абсолютно. Три. Три. И сюда проделываем то же самое. Так, раз, два, три. И раз, два, три. Ну вот как-то так. Ну ладно, так, тмин у меня вот здесь был. Не путаем. И что там? Сладкий перец. Сладкий перец. Вот этот вот. Куда? Ой, сейчас. Сейчас подниму. Сейчас подниму. Так, только не наступить. Вот так вот. Лежи здесь и не падай больше. Фу-фу-фу-фу. Все, все, сдул. Пылинок не осталось, никто не заметит. К тому же еще будем жарить. Никаких микробов даже... быть не может.
Так, это мы сделали. Это мы сделали. Шампур. Шампура у нас после него должны остаться, потому что их можно снять. Так, вот тут на каждом кусочке написано, в принципе. Так, теперь мне на 3 порции понадобится... Так, это я сделал. Зеленый перец, помидор и лук. Это значит мне 3 луковицы. Раз. Два. Три. Помидоры мне тоже понадобятся. Их тоже надо будет почикать. Раз. Петрушку взял. Петрушка, по-моему, туда не идет. Помидор. И еще один помидор. И перцы сладкие. Где тут их у меня? Вот как раз их у меня. Зеленый, да? Зеленый перец, да. Их надо будет жарить. Кстати, у меня немножечко подгорели котлеты на гамбургере. Потому что я положил все сразу на гриль, и котлеты, и сосиски. И пока я снимал одно, у меня подгорело другое, потому что они приготовились одновременно. Это, конечно, была ошибочка небольшая. Но, надеюсь, это не сильно повлияет на результат. Да и как-никак деньги все равно получаем одинаковые. Что за плохое, что за хорошее. Единственное, что отрицательные отзывы. Люди там все по-прежнему стоят. Уверенно ждут. Я тут уже не знаю, я уже... У меня гриль даже прогорел. А я все стою тут готовлю. Это мне тоже надо отправлять на жарку. Буду жарить постепенно. Возможно, потому что гриль, к сожалению, вот эта вот решетка не снимается. Все одновременно продукты не уберешь. Про нагрев уже можно не беспокоиться. Так, ломтик и вот ломтик. Добавить в тарелку. Так, 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 дольки лука. Подавать горячим. Все, можно начинать готовить. Это, я думаю, мы ставим сразу. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Я что, неправильно поставил гриль? Надо было его развернуть. Как это выглядит? Ну, вообще, как будто бы перец у него здесь. Но внешне ничем не отличается, так что и ладно. Потом как-нибудь переверну. Это мы зажигаем. Сейчас подожду, пока раскочегарится. И положу, наверное, сначала помидоры. Так, вот, ой, как громко зашипело. Опять вот этот вот жир потек на угли. Все такое. Все, можно ложить помидоры. Сначала зажарю их. А потом все остальное. Потому что я один не успею все это сделать. Так, давай, давай, давай. Их переворачивать не надо, не надо. Но брать надо за шампур. Иначе я сниму кусочек. Так, этот готов. А сам продукт, он отвалится. Ломтики помидора, можно потихоньку ложить перцы. Так, 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 туда перекидывай, перцы кладем. И я думаю, лук тоже мы кладем, потому что он приготовится чуть-чуть попозже. Ну, вот так вот. Все, готовим. Готовка упростилась опять-таки в разы, благодаря вот этой вот маленькой вещице. Перец готов. Да. Так что теперь можно готовить большое количество блюд. Можно делать огромное количество заготовок, чтобы максимально продвигаться по уровню, открывать новые рецепты. Ставить хоть 10 этих штуковин и подавать сразу большое количество блюд с большим количеством посетителей. Теперь берем у нас... Так, тарелку возьмем, наверное, круглую, вот такую вот чуть-чуть глубокую, да? Вот это сейчас, чтобы лишнего не бахнуть, я вот так вот сделаю. Чтобы нам сохранить нашу... Крутилку, вертелку, шпажку. Вот это там даже написано отделить. Вот мы все отделили. Перчик.
лучок. Про какой-то там майонез, кетчуп речи не идет. Так что это мы кладем на место. Далее следующая тарелка опять глубокая. И еще одна нам понадобится. Думаю, больше трех штук готовить нет смысла. Все-таки людей приходит фиксированное, думаю, количество. И это все еще останется даже на следующий день. Так, шампур положил. Так, это сюда. Перчик сюда. Оп. Сюда. Идеально, как всегда. Ну вот здесь у меня противень. Ладно, пусть пока постоит же здесь. Здесь у меня тарелки. Здесь у меня тарелки. Давай сюда. Вот это вот. А верхний... А, тут у меня тоже подносы какие-то. Так, и последний. Последний. Но не по качеству. Так. Так, вот так вот горочкой, чтобы красиво было. Объемно. Как будто у меня большая порция. На самом деле тут всего ничего. Хотя в смысле всего ничего. Я туда целый кусман печени порубил. Наверное, полкило. Еще столько же вот этого курдюка. Все, разогреваем. Я думаю, можно уже открываться. Запускать гостей. Их будет много. Я думаю, очередь ровно из столики количества человек. Сколько у меня посадочных мест. Ни больше, ни меньше. Все готово. Подаем. Подаем. И они сразу, похоже, шашлык. 99 вообще. Шикарно. Так, ну что, господа хорошие, налетаем, разбираем. Тут у меня все чисто, ничего не запоганил. О, пошло, пошло. Все залетели ко мне сразу же. Вот сколько их? Сейчас даже проверим. Ну не, у меня посадочных мест больше на самом деле. Немножко больше. Уже гамбургер остался один. Я думаю, гамбургер можно достать и поставить в микроволновку на разогрев. Так. Да, одна-то у меня барышня теперь не справляется как бы со всей этой гурьбой. А я не хочу мужика нанимать так. Я хочу хорошую. Вот такую же трудолюбивую тетеньку. Так, давайте уходите сразу же, кто готов. Давай, ты тоже. Мне нужны новые посетители. Максимально сегодня отработаем день. Это сюда. Может, даже я сам буду мыть. Так, тарелку. Почему она не собирает сразу несколько тарелок? Носит по одной. Так, это мы раз. Это все у меня блюда есть. Это сел. Деньги давай. Ты уходи. Все, все, иди, иди ты. Вот там, молодец. Деньги не забыл? Не забыл. Все. Надо, по-моему, покупать еще бонус к тарелкам. Боюсь, мне их будет не хватать. О, еще яичко подогнали. Теперь каждому. Деньги забираем, мусор убираем. Так, это кончились гамбургеры. Включаем. А, нет, не гамбургеры, это кончился сосисон. Сосисон тоже на разогрев. И шашлычницу тоже на разогрев. Так, гамбургер-то мне как раз сейчас и не нужен. Давай вот эту сосиску. Что ты там? Вот как раз за сосисками пришел. Сейчас, погоди минутку. Сейчас быстро. Вот там пока жвачку возьми, мишку выиграй. Так, наверное, все, да? Так, горячее, горячее. Пойдет. Все горячее, хот-дог подать. Соточка. Шашлычок. Сюда. Оп, воткнул как тарелку. Не очень аккуратно, но вроде нормально греется. Неравномерно немножко погреется. Это мы поставим, чтобы стекало. Чтобы все там выдавилось. Еще не разогрелось.
все нормально. Да, одного работника уже не хватает. Мусорят, топчут. Тарелок гора. Кому-то, кого-то, наверное, надо поставить на уборку чисто тарелок. Возможно, кого-то на мытье посуды. А чё ты не греешься? Может, я тебя неправильно поставил? Во. Да, я его неправильно поставил. Блин, сейчас мужик уйдет, походу. Стоит там, ждет. И опять все разобрали. Дольки готово. Ставим, подаем. Это у нас подать. По-моему, кто-то уже ушел. Гамбургеры отказываются. А, нет, успел, вот он. Отказываются брать гамбургеры. Берут только сосиски. Ну да, гамбургеры, я сразу сказал, плохо разбирают. А куда я делал? А, вот он. Как-то вообще невыгодно готовить гамбургеры, хоть они неплохо стоят. Вон опять за сосисками. Не любят гамбургеры, видимо. Я на самом деле тоже бы, наверное, выбрал хот-дог, хотя гамбургеры я люблю. Нет, наверное, я бы все-таки выбрал гамбургер. Я люблю гамбургеры. Так, это хот-дог. Угу. Я бы взял его, к примеру. Во, забирает, молодец. Есть ли смысл ставить разогревать? Хотя почему нет? Разогревать теперь всегда есть смысл. Хотя бы один продадим. И то будет хорошо. Ты у нас зачем? За гамбургером. Вот, я же говорю, не зря поставил. Все шикарно. Но думаю, если бы у меня кто-то еще ходил здесь, обслуживал клиентов, было бы на самом деле выгодней. Я, наверное, буду нанимать еще одного персонажика. Все-таки найму мужика. Его поставлю чисто на соточка. А, 89 выпечка, что-то подкачал. А, ну я там котлеты сжег, точно. Я поставлю еще одного мужика. Он будет у меня, скорее всего, убирать тарелки и забирать сдачу. А девчонка у меня будет мыть посуду. И тоже все вот это вот выполнять. Я бы ей на самом деле платил гораздо больше. Но так здесь не принято. Так здесь нельзя сделать. Как мне это забрать? Не знаю, пусть она заберет. Я думаю, она справится. 24 тысячи. Неплохо, да? За день всего лишь работы. Сейчас посмотрим, сколько на самом деле мы подняли за сегодняшний день. Три блюда вообще как бы на раз-два раскидали. Еще и пассивный доход работает. Тоже хорошо. Тоже все молодцы. Все, иди, не отвлекай ее. Она там и так сегодня побегала. Вот можно бы было давать премию, я бы без проблем сразу, вот сходу ей премию и двойную оплату. Она вообще супер молодец, она работает отлично. А мужик мне сразу доверия не вызвал. Какой-то он вот не такой, вот что-то в нем не то, вот нету такой вот нотки. Не нравится, короче говоря, яички как-то надо аккуратнее поставить. О, еще одно. Ну, будет по три. Не знаю, если с этими яйцами можно что-то делать, как-то с ними что-то связано, а не просто вот так вот для декора, то напишите в комментариях, кто знает. Обязательно в следующей серии сделаем. Вот. А пока, я думаю, сейчас мы посмотрим результаты дня. И будем прощаться. Сегодня достаточно много всего сделали. Мы молодцы. Так, тут яичко одно. Одно. Вот сюда вот. Вот так вот. Ну, неплохо, смотри. Разобрали шашлычки, гамбургеры. Плохо, очень брали, очень плохо. Две тарелки на день более чем достаточно. Хот-доги неплохо берут. И это даже хорошо. Хот-доги очень дорого стоят, очень дорого продаются.
13, 14, 15. Давай я тебе тарелку принесу. А, не принести, ну тогда сам помою. Вот так вот. И даже ее в шкафчик убирать не буду, она понадобится. Вот. Такие дела. Опять я уронил кетчуп. Подавай сюда их поставлю, а то когда я подаю блюдо, я задеваю кетчуп и майонеза. Так, здесь у меня все убрано. Надо убрать еще остатки еды. Здесь у меня фарш чисто, вот это вот, чисто рибай стейк, без приправ. А то я начал готовить вторую порцию и понял, что она у меня никуда не идет. Сосиски-то не надо. Сосиска осталась одна, плюс одна вот здесь. И одна порция шашлыка у меня осталась. Тоже пусть полежит. Вот так все убрал. Здесь у меня ничего нет. Здесь у меня нет. Надо будет купить уголь, закончился. Все. Смотрим, во-первых. Так, во-первых, что я хотел глянуть? А, гурманов. Гамбурги я выполнил. Хот-доги я выполнил. Осталось лимонные шпажки, которые у меня еще не открыты. Здесь у меня вообще пока заблокированы гурманы. Так, ну я думаю, как минимум будем снимать данную игру до того, как не пооткрываем всех гурманов. Возможно, там будет какое-то логическое завершение сюжета. А дальше посмотрим. И отдых. Гамбургеры до трех. Это еще больше. Это прям тоже на глазах растет. Пропускать. Ежедневный заработок 12 тысяч. Понимаете? И 2200 опять-таки почему-то автоматический. Автоматически это хорошо, но как-то уж больно невыгодно. Рано или поздно, конечно, он отбивается. Но я думал, это будет как-то активней. Новый день смотрим. Похоже, вот этот лимонный и разблокировался. Сейчас гляну. Он не он. Так, вот это мне мешает, надо закрыть. Так, меню. Так, 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 так. Да, лимонные шпажки разблокированы. Разблокировать сразу. Закрыть. Смотрим, что в них надо. И оставляем их на следующую серию. В следующей серии 100% делаем гурмана. Я думаю, будет интересно. Заходите, смотрите. Соль, сладкий перец, чили. Ну тут тоже куриная грудка, лимон. Все это не так уж сложно, не так уж дорого. Много продуктов идет просто на тарелку. Подавать горячим — никаких проблем. Все. Я готов к следующему дню. А пока мы с вами будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.